Этим летом многие приняли решение навсегда связать себя узами брака. В свадебном агентстве. Здравствуйте, мы бы хотели свадьбу у вас заказать. Конечно, конечно. Значит, сделаем вам шикарный стол. Значит, икра, непосредственно сами кабачки. Так, подождите, артистов у вас заказать можно? Вы надпись при входе читали? Да. Не обращайте внимания, это хулиганы написали. Значит, хотите, у вас на свадьбе выступит Дима Билан? Сам Дима Билан? Родная мать не отличит. А почему он не поет? Он поет. Может, он поднимется тогда? Не надо нам вашего Билана. Не, ну это на любителей, я не настаиваю. Как... Так. Значит, дальше. Дальше на вашей свадьбе будут выступать чит-лидеры. Сейчас будет мой любимый момент. И, С, В, А, Д, Е, Б, Н, А, Я, С, Цапля, И, Е, С, С, Р, Е, М, О, Н, И, Я. Свадебная церемония. Все? Да. Это что за ерунда, а? Во, мой любимый момент. Вот все так говорят, вот такие ребята. Послушайте, у вас есть кто-нибудь адекватный, кто понимает, что такое свадьба, а? Есть! Всем тем, кто сказал, в ЗАГСе да, посвящается. Вся правда про свадьбу. Кто сказал, что Ростова нет на карте? 40 родственников из Ростова, нате! А мамы жены... Прифигев от такого расклада, вызвонила своим из Волгограда. Толстая родственница, непонятно с чьей стороны. Хотя она толстая с любой стороны. Полезла участвовать в конкурсе мини-бикини. Хотя на ней любое бикини-мини. И когда ты пройдешь через все эти свадебные мероприятия, тебе станет пофиг на первую брачную ночь и прочие занятия. Совет вам да любовь. А нам рифма и морковь. Точно. Ну как? Нет. Слушай, чего вы вообще решили жениться? Ну понимаете, сейчас год семьи, и все женятся. Вот и мы решили. А если следующий год будет год спрыгнуть с 9-го этажа? Вы что, с 9-го этажа прыгнете, что ли? Поймите, свадьба — это не главное. Главное, чтобы в вашей жизни были любовь и взаимопонимание. А давай тогда просто распишемся, а на эти деньги поедем где-нибудь отдохнем. Давай! Я не то имел в виду, вы что, вы куда пошли-то?